Даш, ау. Расскажи про студенческую жизнь. Я сейчас немножко занята. Но это для абитуриентов. Для абитуриентов. Но абитуриентам, думаю, будет лучше показать, а не рассказать. Нужен классный переход. Собственно, как-то так. МГЛУ – это синоним иностранных языков и традиций, хотя это ты и так уже знаешь. Но еще важнее знать, что МГЛУ – это большая дружная семья, в которой ты можешь реализовать себя в абсолютно любой сфере. СМИ, волонтерство, культурная жизнь, организация мероприятий, спорт, наука или воспитание собственных лидерских качеств. Что бы из этого тебе ни было интересно, ты можешь спокойно этим заниматься у нас. И кто знает, возможно, для реализации наших самых классных проектов нужен именно ты. Так что, до встречи в сентябре!